Что это такое? О боже, самое крутое, что могло сейчас только быть в начале. Ох, зря вы, ребята, мне это дали. Вот только дайте мне комбе... Стой, подожди, отстань! Ах! Не надо. Че ты, собака, я тебя с мосинки погашу. А, нет! Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня я хотел с вами поделиться чем-то своим, чем-то родным, чем-то, что будоражит меня больше всего, моей любимой игрой — Сталкер. Прошел я все три части, знаю миллиард модификаций, напроходил их в свободное время просто уйму, в том числе Стасона, но только версии более ранней, и только недавно до меня дошло, что вышел у него какой-то новый мод, новая сборка, и уже вроде даже как бы не от Стасона. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что, в принципе, игрой, любимой мною с детства, я бы хотел с вами поделиться. И если вам понравится, то ставьте лайк. Я не знаю, у меня функция последнего сохранения здесь вот как бы сделана, хотя сохранений-то особо и нет. Интерфейс вообще... Не то. Интерфейс вообще как-то жестко поменяли. Также я хотел, тоже играл в Стасона, в фриплейный мод. Сегодня хотел бы как-то по хардкорне поиграть, но взамен поставить какие-то модификации на то, чтобы мне как-то полегче было. К примеру, полный апгрейд стволов, оружия, ну и так далее. Со старого Стасона, потому что новая сборка почему-то пакет модификаций этих, там, половина старых просто не включала, в том числе и там полный набор вот этих вот апгрейдов. Но и поставив эти старые модификации, у меня же сохранилась и старая версия, и старые моды, ну, в общем, оно меня как-то выбивало, не пускало. Я протестил, как оно вообще работает. Оно вроде как-то запускало новую игру, оно вроде как-то работало, оно вроде как-то делалось. Перед серией я также... Настройки у меня все на максимуме стоит, хотя это и вредно вроде бы как для движка, но единственное, в принципе, и самое-самое главное отличие пока, которое я только что заметил, ну, во-первых, интерфейс измененный просто невероятным образом, во-вторых, функция 64-битного движка, то, что так не хватало в Стасоне, вылеты просто были постоянные. Выбивание на рабочий стол, причем без лога ошибок. Я уже плюс-минус в логах разбираюсь, потому что в Сталкер переиграл вообще весь. И не буду задавать вопросы, а кто это такие, а кто это такие, а кто те такие. Ну, потому что многие люди действительно не любят, когда смотрят Сталкер, и они такие: «О, это что такое, это что такое?» Сидит летсплейщик, тупит, как дурачок, и пытается что-то понять, ничего не понимает, стреляет во всех подряд и фейлит все подряд. Ну, многие этого не любят, многие наоборот, типа, считают, что какие-то первые эмоции, они самые-самые-самые, но в любом случае в сборку я эту не играл. И, ну, только запускал новую игру, чтобы вообще понять, как там, что там, где там. Естественно, сохранение потом удалил, потому что они мешаются. Но оно вроде как запустилось. Перед серией чуть-чуть добавил коэффициент числа сталкеров и мутантов, чуть-чуть еще побольше сделал графику. Надеюсь, это как-то на игру влиять пагубно не будет, потому что, играя в прошлый Стасон, ну, прям он был крайне чувствителен к графике. И как-то на старом опыте основываясь, я там чего-то выстроил, ну и решил немножечко добавить, вообще понять, что там, как там, где там есть. Модификации перечислены, это, которые у меня сделаны, я сейчас перечислю, это вроде бы как полный там набор этих HD-моделек сталкеров, затем дефолт моды, которые ставятся со Стасоном, то есть есть какие-то дефолтные модификации уже активированы, к примеру, я не знаю, ну что там, динамические аномалии, там анимированные детекторы и прочая-прочая шляпа. Короче, скриншот сейчас будет на экране, не буду заморачиваться, то, что у меня сейчас стоит. И хотелось бы посмотреть, оно вообще работает, не работает, потому что я перед серией вроде все тестировал, но просто покрутил немного в графику. Давайте так, будем играть на ветеране, плюс с модом метки NPC. Если, ну если, собственно говоря, так... А вот, кстати, на это я внимания не обратил. Тут какие-то дополнительные штуки в снаряжении. Это все я помню, это все я знаю. Давайте выставим к себе какой-нибудь интересный портрейт.
Допустим, я хочу... А кого, блин, я хочу? Наемник, херомник. Вот этот симпатичный, кстати. Что, не ставится, что ли? Они не хотят ставиться. Они просто не хотят ставиться. Вот этот поставил. Ладно, поставился, пусть будет. Так, имя. Ну, допустим, снайпер. Нет. А, во! Шебутной. О, пусть будет так. Шебутной. Или как-нибудь Васька Шебутной. Давайте так. Ванька Шебутной. Во! Что было максимально по-сталкерскому. Вообще, здорово. Может, потом просто Шебутного поставлю. Так, клан, ну, а что там может быть? Одиночки, естественно. Эй! Верни моего Шебутного! Блин. Где ты, дядь, теперь? Дальше, ниже, вот он. Во! Все, великолепно. Деньги 500 рублей, да-да-да-да-да-да-да. Врубаем, кстати, сюжетку. Если что, я даже, кстати... Еще есть мастер, легенда, моя дорогая. В общем, сюжет я так и не прошел до конца. Я даже не помню, на каком моменте я остановился. Я просто врубил мод, я помню, на войну группировок, где точки захватывать надо. И просто все время проводил за этим. И никакого сюжета вообще речи не шло. Там сидел, собирал документы по лабораториям, по заданиям. И бегал, я не знаю, еще фигню какую-то делал. Я музыку сейчас вырубил в меню. Как только начнем, я ее подкручу. Плюс я еще вырубил все радио и все на базе музыку. На базах. Ну, естественно, авторское право прилетит. Ну, обидно же. Так, давайте думать, что у меня есть. У меня есть фонарик, куртка, фонарик хрень, естественно, бинокль, ножик, два ножика и пистолет Макарова. Угу. Что мне дают? Счетчик Гейгера. В любом случае, я 100% его беру. А как его взять? Стоит он 100. Подождите, а что за режим новый? Господи, тут столько всего. Агония не позволит сохранить игру, если вы ранены, истекаете кровью, облучены во время боя, во время выброса и псишторма. Во время выброса и псишторма оно в принципе не сохранялось. Ну а теперь что, можно разве? Совместим со всеми другими режимами сохранений. С одной жизнью я играть пока вообще не рискую. Может быть, если вам зайдет, вот моя такая внутренняя составляющая меня, моя любимая игра вообще, то возможно, как-нибудь, когда-нибудь сыграем «Жизнь после смерти». Но это я помню. Ваши места после смерти, ваша душа переместится в другого случайного сталкера. Если у вас есть напарники, вы станете одним из них. Это довольно-таки неплохая штучка, кстати. Довольно интересно, я в нее не играл, может быть, тоже сыграем, если вам понравится. То есть я играл чисто в сюжетку, и все. Такс, как тебя добавить? Двойной клик. Ага, двойной клик работает. А что, инструменты для оружия, это те, которые разбирают, что ли? У меня просто немного другая иконка была, перетащите, да, чтобы разобрать. А что они так все дорого-то стоят? Вы посмотрите. Стоят они просто как-то жестко, инструменты, счетчик Гейгера, уже 200 этих потратил очков. А что это такое? Нет, стой! Я нечаянно, я не хотел, я думал, оно просто как-то что-то делает. Так, ремнабор, пипец ты стоишь. Кстати, довольно может быть полезен, если я найду какой-нибудь калаш, я вот что думаю. Действительно, кстати, довольно интересная идея, подожди. У меня аптечек, ни бинтов, вообще ничего, что ли, нет? Охренеть. Да добавляй его. Пипец, ладно, бинтик хотя бы какой-нибудь. Ничего, ни аптечек, ни бинтов. Так, а где то, что мне нужно было? Как он назывался? Первая вот эта хрень. Бинокль, не бинокль. Детектор, не детектор. Где этот счетчик? Вот он. Граната, ну хрен с этой гранатой. Она одноразовая, стоит до хрена. Так, колбасяндра. Колбасяндра, ну потом найдем. Вот это вот все мы потом найдем. Аптека стоит 50. Сколько у меня? Еще 300 доступно. Так, давайте думать, что еще. Ну вся эта научная, хирургичная, это все не надо. Водичка. Водичку тоже надо теперь. Ну, ладно, давай возьмем водичку. Хотя ее купить можно будет, по сути. Но 50 это немного. 50 это немного, я ее потом... Она вроде покупалась, правда, не знаю, как теперь здесь, поэтому перестрахуюсь. Калаш за 350. Конечно, блин, логично. Да нет, нафиг мне тратить очки на какие-то калаши хреновые, пистолет за 250. Нафиг мне дотратить, я найду ее, залутаю с первого же трупа. Я лучше ремнобор какой. Почему только броневой? Почему только броневой? А, за оружие. А, за оружие написано. У него просто, этот, иконка брони, по-моему, нет?
Или для брони было синее? Так, да, по-моему, для брони было синее. Ладно. 250 доступно, 250 потрачено. В принципе, с такой конфигурацией я бы и начал. Так. Деревня новичком или за южным блокпостом? Я не знаю, что там за южным блокпостом, но я не хочу начинать за южным блокпостом. Потому что, судя по всему, это нифига не база, это ты просто там, знаете, симулятор реального сталкера. То есть ты берешь, ты... О, господи, щелкаю уже, как старикан, костями своими. Ты берешь, там, начинаешь, как реальный сталкер, там, за колючей проволокой, и пробираешься через всех этих военных, ну их нахер. Не, конечно, могу предполагать, может, там по-другому, но... Ну что там за южным блокпостом? Вообще ничего нет. Там ни базы, ничего. Хотя мало ли что поменяли в этой сборке. Ладно, давайте, все. Хорош болтать, давайте начинать. Сейчас у меня все вылетит, да? Потому что я переборщил с графикой. Да нет, посмотрим вообще, насколько этот движок мощный. Было бы неплохо. Уже радует, что он, кстати, не вылетает. Он не вылетел. Уже такое достижение неплохое. Он уже что-то делает. Оно уже не вылетает. Давайте смотреть. Давайте чекать. Я сейчас... Оно работает! Оно работает! Ура! Показания на приборах уже зашкаливает. Ожидается выброс через день. Во! Ладно. Сейчас привыкнем. Стрелок, стрелок, стрелок. Только... Вот только и слышишь разговоры о стрелке. Кто он такой-то, а? Не знаю. Я сейчас проверю, запись, не запись. Херапись, не херапись. И вернусь к вам. Ну, мало ли. Мало ли у меня не... Всего зарегистрировано 1014 пользований, регистрация нового сталкера в сети, создание профиля, определение пола, идентификация завершена. Господи, сколько тут всего, стрельба уже какая-то началась. Сталкеры у меня образовалось довольно интересно. Да подожди ты, работенка, требующая ответственности, приключения, невиданный поле артефактов, гарантированно заинтересован проник меня в бункер. Ну это естественно, кому же еще идти, как не к Сидору. На М карта работает, все еще, это прекрасно. Элеватор. Элеатор. Нифига тут уже военных летит. Погиб Петро Туза. Вот этого не было. На кордоне южнее деревни новичков. Во, давайте сейчас облутаем Петро Туза. Заодно и посмотрим, что с ремнабором. Выпустите меня отсюда. А как отсюда выйти? Уже не помню ничего. Слушай, какая приятная графика на максимальных настройках. Так, где там южнее деревни новичков? Кто-то сдох. Сейчас мы его и облутаем. Ну, сохранялочка. Сохранялочка, сохранялочка. Одиночка убил пса, пес убил одиночку. Где там южнее деревни новичков? Где трупы? А, наверное, вот здесь вот. Вот здесь происходило же месиво. А тут еще и военные, мама дорогая. А что так все быстро-то происходит? С военными я стреляться вообще сейчас не рискну. Все, их сожрали, да? Ясно. Так, пистолетик. Да, вон они валяются, ребята. Главное, что меня военные не спалили, иначе все, и жопа. Так. А я же не поставил фикс зрения NPC через кусты, но не работало с такой конфигурацией модификации, не работало. Они же меня теперь через все кусты будут видеть. Есть. Есть. Слушайте, а урон тут довольно-таки неплохой. Так, давайте я сейчас аккуратненько, где эти военные? Прямо под жопой эти военные. Трех сталкеров сейчас облутаю, посмотрю, что там есть. Облутаю, как-то это не по-сталкерски. Обхабарю. О! Дробовичок какой. А, точно, я еще поставил, убрал функцию, то, что оружие, состояние оружия зависит от ранга. Ну, потому что это нереалистично. Стой! Не надо! Да не надо! Да отстань! Отстаньте от меня! Подожди! Идите нахер! Подождите, что так сразу-то? Как я с дробовиком-то с ними буду сражаться? Запрашиваю поддержку на вертолет, ты серьезно? Не надо! Твою мать! Поблутал, называется, сталкеров. Вертолет запросил, все. Что мне теперь с этим добром-то делать? Какую гранату? Не надо! Для меня все очень быстро, видимо, кончилось. Не надо! Это дымовая. Все, уже простреливают. Уже простреливают. Пипец. Не надо, а. Не надо гранату, пожалуйста. Это что такое?
Я, конечно, польщен, но что это было сейчас? Что меня ударило? Спасибо. Я польщен. Самое время проверить, что там с записью. Да вот они ходят. Да началось, блин. Да ты... Ну, пожалуйста, ну не надо. Я всего лишь хочу обхабарить сталкеров. У меня же пистолет был, что это я? Воздух, я земля, противник расположен на кордоне, это сталкер. Меня одного хотят отмутузить куча военных. Пошел нахер. Че ты убрал-то его? Не надо убирать. Ни сталкеров, ничего не... Не облутаешь. Есть. А вы говорите, одна жизнь. Да блин, кнопки путаю постоянно. Ребят, пожалуйста, не надо. Не надо. Да ну нахер, ну что это такое, а? Как ты по мне попал? А, уже слева, а уже отовсюду. Что это такая жопа, а? Обыскать одного новичка не дают. Даже не одного, троих. Да, блин, опять не та кнопка. Сейчас я пристреляюсь, кнопки-то. Есть. Так, бинтик, бинтик. Единственный мой бинтик. Они идут на меня. Вот тут бы дробовик вообще не помешал. Хорош меня прострелить. А, они друг друга уже убивают. Они настолько конченые, что они... Что только тут только что... 200-й, вы сами его загандурасили. Помогите. Ну какого черта такая жопа-то? Не надо. Сдохни, тварь. Перезарядочка. Не надо. Что происходит, блин? Я ведь только начал. Не надо. Не попадай по мне. Вы еще скажите, что она... Не надо гранату. Вы еще скажите, что они со всей базы сейчас будут. Себя, блин, взорвите, дебилы. Сохранялочка. Я к ним не полезу, ребят, ни за что, вы что? Перезарядился? Сохранялочка. Пипец. Что началось-то? Ай. Ой-ой. Там еще! Блин, они сейчас обойдут меня. А тут очень неудобная позиция. Вообще крайне неудобная. Какая-то скотина по мне шьет, блин. А эти что? Эти идут трупики обыскивать, да? А нет, воевать идет. Пацан, отвлеки их. Вот и все. На этом его геройство закончилось. Он вроде двое. Перезаряжаются? Конечно, блин. Аптека есть? А, аптека была. А, ладно. Там раненый валяется, F9. Там еще справа, в правом ухе кто-то у меня трындит. А что так все жестко-то началось-то? Алло. У меня, кстати, урон вроде с пистолета такой неплохой. Знаете, что радует? Радует то, что... Они на меня забили, что ли? Естественно, не туда, блин. Кто как? Да хорош через деревья-то стрелять. Я понимаю, блин, через кусты. Перезарядился, дурачок. Блин, еще эти сейчас придут. Помощнички хреновы. Сейчас он разрядит магазин, я пойду на него. У него там оружие, что ли, клинит? Он три выстрела делает и начинает перезаряжаться. Он, кстати, не в меня стреляет. Конец-то, господи, что так... Жестко-то все началось. Эта хрень на меня вроде не агрессирует. Ну ладно. Так, все ясно, ребята. Все, это ваше, теперь наше. Быстренько, просто берем все, потом разберемся. Что нам надо, что нам не надо, блин. Потом совсем разберемся. Надо, не надо, блин. О, фонарь! Сохранялочка. Собачки. Броня. А, еще я поставил модификацию увеличения лута. А что это за текстурки такие новые? Лута в трупах.
штуки какие-то, мосинка или что это такое? Все, всех обыскал вроде, все, валим нахер. Что-то сначала мне сбучку-то устроили, блин. Какого черта? Жили бы спокойно, жили бы дружно, как завещал кот Леопольд. Не надо! Видимо, кто-то против. Да хорош! Дурачок, блин, вышел с пистолетиком. Дай сюда. Сейчас разбирать будем все. Так, ППШ. По состоянию его никто не купит, это 100%. Вот это вот, блин, вот это тозовка. Или что это такое? Это не тозовка, это дробовик какой-то. Мне он понадобится. Вот, вот его и будем чинить. Это за место пистолета возьми. Вертолет этот, блин, или кто в меня стреляет? Скорее всего, вертолет. Так, калашенцы. Так. Калашенцы. Надо какой-нибудь калаш взять. Какой лучше? Вот этот я точно не буду брать. Так, вот это вот нам не надо тоже. Так, два человека на радаре появилось. Откуда и кто? Насколько он лучше? Надо по характеристикам вообще посрамить. У него повреждение какое-то говёное вообще. У этого побольше. Значит, вот этот будем использовать. Так, этот никто не купит. Вот этого что? Это... О! А, ну, калибр какой у него, блин? Калибр какой-то другой. Это теперь так выглядит 7.62? Ясненько. Наверное, надо бы в безопасную зону куда-то свалить. Так, ты разряженный. Ну ладно, патронов пока хватает. Будем чинить дробовик сначала. Остальное вроде бы в продажном, в товарном виде, так сказать. Пойдем чинить дробаш. Да... Кто там приближается-то ко мне? Сейчас опять трендюлей вставили же. Мосинку бы еще опробовать, кстати. Насколько она вообще играбельна с ней. А-а-а. Еще вояки. Как мне калаш интересно. Вон они идут. Кстати, можно с ними помеситься? Есть вариант. Чи нет? Ну-ка. А, это вообще кар. Это вообще коряк. Так, надо куда-нибудь повыманивать. Вон они идут. Потому что я прям перед блокпостом их обыскивать вообще не хочу. Это, конечно, начало. Но у него там патроны какие-то вообще невероятно редкие и, наверное, не менее дорогие. Маузерские какие-то. Ну, вроде бы, по точности оно вне конкуренции. Ну-ка, давай смотреть. А, они как раз ко мне поворачивают. Отлично. Сейчас тут их и примем. Сохранялочка. Блин, я так всю серию проведу у южного блокпоста, что ли? Это, конечно, крайне интересная вещь. Они же через кусты теперь видеть будут меня. Ладно, они идут что-то крайне медленно. 4, опять 4. Граната у меня какая-то. Дымовая или это какая? Или это у меня не то. Тихо, не дымовая граната. Нам не вообще нахрен не нужна. Так, давайте вот этого красавца сожжем. Не-не-не, другим патронами, жеканом. Жеканом его. Ну, да сменитый тип патронов. Ладно. Вот так вот. Он почему-то только через перезарядку меняет. 7? Ладно. В принципе, довольно близко уже эти молодцы, блин. Так, дробовик или снайпа? Все замылено, размылено, блин. Хрен его знает. Они, походу, прошли мимо. Да. Надо их куда-нибудь сагрить. Погода портится. Какие-то диалоги интересные, кстати, выскакивают. Все зеленые, военные зеленые. Где они? Вот тут, кстати, еще новички валяются. Они на дороге. Вот за этим деревом может их и встретить. За этим горбом. Из дробовика их бэм-бэм. Вот, вижу. Конечно, ну конечно, хрен знает откуда, хрен знает кто и хрен знает где. А я их не вижу, они меня видят. Ладно, пусть сами идут. Не балуй, оружие спрячь. Пошел нахер.
после того, как тебя грохнут. Фига они там раскидывают. Опять вертолет. Чуть что, сразу вертушку призывать. Пока не вижу. Что в прыжке по ним бахну. Куда-то отсюда вообще сзади. Они, наверное, они вместо моего последнего появления собрались, да? Опа, прям... Да какая аптечка? Она тебе уже не поможет. Что за кровотечение у меня такое жесткое, что его никто остановить не может? Ладно, бинтик. Вообще целесообразно ли это все сейчас юзать? Вот. Господи, я столько уже конфигурацию свою не помню в этом сталкере. Давайте, пацаны, разбирайтесь сами, нахер надо. Один дебил готов. Лови гостинчик! Ты тоже его закидывать собираешься? Это вояка, да? Не передер... О, кстати! При переключении на прицел он затвор не передергивает. Давай я тебя выманю, собака. Где мой дробовик? А, все, его загандурасили. Если шо, мне сейчас мажут. О! Хорош, дробовика завалил. Так. Но все, с трупов все равно мое. Тут кто быстрее соберет хабар, тот и живет. Так, вертолет какой-то, нахер надо. Валим! О-о-о! Разрядись, я не знаю, что угодно. Меня сейчас отстреляет вертолет в жопу. Вот эти вот гранаты подствольные. Сколько у меня веса, блин? 70 килограмм. Блин, все еще нет. Хуя жадный, меня сейчас вся моя жадность погубит. Все, бежим нахер. Пусть по ним вертолет шмаляет. Все. Так, Сидор. Спустя два десятилетия я к тебе таки иду. Слушай меня, блин, не надо меня слушать. Так, давайте этот... Это там бедный раненый валяется. Вроде в стасоне его чинили, сталкеры, самостоятельно. Поэтому пусть чинят дальше. Мои аптечки, они при таком уровне сложности, они все, они... Они становятся ценнее всего цен. Давайте к Сидору придем, и уже что он не купит, то разберем. Ну, кстати, тут трупак валяется. Привет, брат! Есть возможность... Пока его тут не обыскали. А он внутри или снаружи, блин? Мне кажется, его уже 20 раз обыскать умудрились. Все, мужики, отбой! Да, его уже обыскали. Его уже обыскали. Я так музыку не подкрутил, но думаю, она мне тут... Последнее, что мне тут нужно, это музыка. Слушаю тебя. Я сначала вообще бодрая. Вообще максимально бодрая. Ладно, с пушкой ходить не будем у всех на глазах. Просто что рассказывай, не надо мне ничего рассказывать. Вау, волк, ты ли это? Ты реально волк. А что ты тут делаешь? И с пулеметом. А ну, в принципе, в прошлом стасоне ты вроде тут и стоял. Но, по-моему, не с пулеметом нифига. Подойди-ка. Подойду-ка. Есть что-то стоящее? Я выжил, вот для меня что стоящее, блин. Единственное стоящее для меня здесь. Так, ладно, за сколько ты это все покупаешь? Что за копейки какие-то? Так, вот это мое. За 200 рублей. Это что, это симулятор Суслова, что ли, в чистом небе, я не пойму. А гранату? Вообще ничего не стоит, ничего. Так, ладно, пистолет мне мой нахер теперь не нужен. У меня вот эти вот патрончики, там, гадюку, не гадюку, 9 на 19, я их пока попридержу. Вот это вот точно мне не надо, оно стоит, как чугунный мост, и весит столько же. Фонарик. Так, нашивки. Нашивки я пока себе приостановлю. Для одного моего грандиозного плана. Если он сбудется, вот этот нашивочный молодец. План. Я доволен. Что у тебя есть? Заря есть за 31 тысячу. Зарю надо брать. Зарю надо 100% брать. Так, работа какая-то, херота. Давай сначала закончу с тем, что у меня есть. Так, вот это вот мое. Или нет, это другое. Нет, это мое. Да. 74-й калаш, у него там по повреждению вообще все печально. Так, ну это
работает на этом калибре, блин, другом. Который... Дробовик или калаш? Давайте дробовик починяем. Кстати, маузерку бы тоже, наверное, продать. Она мне не нужна. Хотя там и парню прилетела здраво довольно так с нее. Но она мне, собственно, послужила волей и правдой ровно столько, сколько мне нужно было. Я ее вообще планировал сразу сдать. Но, собственно, одного военного с собой она забрала. Сидор, хочешь в рожу? Твою наглую жирную рожу. Че лыбишься? А я ведь могу. Так, маузер. Кстати, стоит она много. Это не маузер, это этот. Коряк, тьфу ты. Ладно. Патроны тоже... Пипец, 4 патрона столько стоит. Я не, ее содержать будет вообще... Молодец, я доволен. Эту хрень будет содержать очень много патронов, много довольно на эту. Братан, ты не врубаешься? Да я... Нафига ты эту дрянь? Да не знаю, зачем я эту дрянь таскаю. Я вообще не врубаюсь. После того, что происходит, Сидор, ты абсолютно прав. Сидорыч, я слышал, что у тебя есть довольно интересное предложение по части славы и денег. А, то есть вот, собственно, давайте начинать наконец-то сюжетку после этой встряски какой-то ненормальной, которая тут произошла. Что насчет исполнителя желаний? Можешь помочь найти его? И всего-то? Это мы легко сообразим. Дай мне только с расписанием свериться. Итак, следующий автобус в Чернобыль отправляется через 20 минут. Посадка на автобусной остановке у поворота к старому ОТП. Чё ты кривишься? Слушай, Буратино, было достаточно сталкеров? Были достаточно сталкеров, которые пришли в зону в поисках этого твоего золотого ключика, исполняющего желания. И знаешь, что у них всех общее? Они все кормят червей. Кроме, пожалуй, стрелка. Исполнитель желаний — это просто сталкерская байка. Таких здесь много. Семецкий, черный сталкер, всякие твари в ангарах. Вояки там что-то говорят, видел сталкера поблизости. Немедленно открывайте огонь. Нифига себе здесь динамические диалоги. Десятки, а то и сотни этих баек. Однако мои деньги, между прочим, очень даже реальные. Будешь работать усердно и не тупить, сделаешь состояние в два счета. Поехали. Конечно, легко. Это в... А, я же это читал. А, вот. Исполнитель желаний — это просто легенда. Он не существует. Даже если бы он действительно существовал. Ты знаешь, каким было бы мое желание, если бы я его нашел? Чтобы никогда не пошел искать его. Хочешь разбогатеть? Для этого не надо никаких желаний исполнителей. Можно сделать много денег здесь, в зоне, если не дурак. Поброди вокруг лагеря, здесь есть много работы. Черт возьми, у меня даже есть некоторые задания, которые нужно делать время от времени. И вот тебе список людей, которые щедро заплатят за определенную работу. Это честный образ жизни, по крайней мере, здесь, в зоне. Да, начинаем, собственно, с азов. С теней Чернобыля. Сидор, волк. Сидор, волк. Знаете, как этот, как в «Ну погоди» мем. Заяц, волк. Тут то же самое. Сидор, волк. И так же сидишь и пытаешься между этими ребятами... Что насчет стрелка? А дело вот в чем. Мой старый знакомый, меченый стрелок в одном лице, вернулся из мира мертвых. Надежные люди сообщили мне, что снова видели его в зоне. А вот это уже интересно. Не аномалия или какая-то там новая хреновина, это точно. Мы со стрелком раньше неплохо сработались. Ты представь, он у меня даже на посыльных был. На посыльных? Начинали с мелких поручений, а кончили тем, что с моей помощью... Вот, кстати, о тенях Чернобыля, вот, замолвил словечко. А также бармена и других торговцев. Нам удалось помочь ему не только отключить выжигатель, но и пробраться в центр зоны, в самый саркофаг. Что интересно, вот, когда выяснилось, что мечный — это стрелок, один и тот же человек, стал ясен еще один факт. Стрелок проникал в саркофаг несколько раз. Проблема только в том, что он так и не вернулся из последнего похода туда. Мы даже не знаем, что он видел там. Мы уж думать начали, что он совсем с концами пропал, а то и вовсе к спецам попал. Как он вдруг опять вернулся, да еще и шуму делает больше, чем когда-либо. Если я не ошибаюсь, стрелок как раз последний раз светился у военных в Припяти. Они его как раз из зоны вывезли. Мне срочно нужны головастые, рукастые люди, которые способны найти стрелка. Все, что от тебя требуется, так это проверить слухи, найти стрелка, ну и убедить его поделиться известной ему информацией о том, что он видел на ЧАЭС. Полетели. А, заблестели-то глаза. Значит так, слушай внимательно. Пойдешь на болото, где живет его знакомый, которого доктором зовут. Спора поделился любопытной информацией? Это сталкер, что ли, какой-то? О том, где именно живет док.
Как оказалось, большинство сталкеров даже не задумывается о том, что за колючей проволокой может что-то быть. В общем, найди его и расспроси его обо всем, что он знает насчет стрелка. Ах да, не забудь у меня от Радейки чего-нибудь прикупить, комбез, например. Ну все, нечего чернобыльского кота за яйца тянуть. Ты это, друг мой, метко подметил, комбез купи. А на какие шиши? Мне тебе что, я не знаю, натурой расплачиваться? Ты же мне мозги знаешь, мозги мои, сам знаешь, что делаешь, получше всяких этих. Так что может быть, может быть. Получше всяких контролёров ты мне мозги паришь. Так, есть какая-то работа. Ну чё, поехали. Рука зомби. Поехали, чё. Будем, короче, брать всё. Работа, рука бюрера. Это всё? Это чисто мутантовский-мутантский? Список сталкеров, с которыми надо разобраться. В него попадают всякие сволочи, конченые подонки. Мусор, от которого нужно зону очищать. Поехали. Имя цели Гришка-робот, группировка наемники. Ни хрена себе, дядь. Три кошачьих хвоста. Да хорош! Дай мне то, что я могу сделать здесь и сейчас. Ящик свежего хлеба. Давай еще. О! А вот это хорошо. Опять этот хлеб. Песчаник. Что за артефакты? 5 собачьих хвостов. По одному хорошему человеку-зоологу. А, то одному. Окей, давай. Собачьих хвостов. Не хочу хлеб. Не хочу артефакт. Ладно, что это? Есть работа, военные что-то по захвату территории зоны, на блокпосте документы. Тут у нас какой-то неизвестный объявился, похож на одиночки. Не хочу, точно. Блин, пипец, они друг с другом общаются теперь. По рации, принести челюсть кровососа, убить. О, это где? Прикончить одного красавца, он у бандитов один из главных. Недавно бандюки по его приказу перехватили моего курьера и выпотрошили в ноль. А с теми, кто трогает моих людей, разговор короткий. В общем, сделаешь дело, в долгу не останусь. Поехали. Поехали! Текс! О! Ну, как всегда. Все, Сидор, поехали. Я все сказал, топай. Я все взял, потопал. Блин, тут интересная такая текстура калаша, но его так высоко держит для... А, стоп, волчара. Волчара, да куда ты? Куда ты смотришь, дядь? Работа. Новички вряд ли его потянут. Дело в том, что с каждым днем на кордоне становится все опаснее. Здесь устраивают логово. О, давай еще мутант. Давай еще, давай. Что еще есть? Сталкер пропал из лагеря. Давай. О, Леня Дэнди у меня какой-то появился. Нет, пока не надо. Все, ладно, какие-то задания еще отправляются в зоне. Держать кого-то в безопасности. Это я вообще лучше всех могу. А куда идти-то? Так, ладно, понеслась. У нас уже какой-то тайник. Тайник какого-то вояки, видимо. Да нет, не надо мне ничего, все. У меня все есть, то, что я тебе сказал. Только не болтай мне про оружие, пожалуйста. Я его не опущу. Хотя ладно. Так. Кстати, у меня стоит еще функция отряда врага в ПДА. Бандюки, военные. Как они тут вместе вообще уживаются? Ты кто? Ну, привет. А, ты фанат, понял. Так. Энергетики. Ладно, пока не буду трогать. Они мне пока не нужны особо. Так, а где девчонка-то наша? Тебя. А, вот наша девчонка. С ними пообщаемся попозже. Мужик, ты оружие. Пошел нахер. Заткнись. Так, окей. С девчонкой, кстати, тоже так и не разобрался. Она вроде просила какую-то пушку в старом стасоне. Ну, сука. Не помню, правда, в каком стасоне. Но в каком-то. Что это такое? О боже, самое крутое, что могло сейчас только быть в начале. Ох, зря вы, ребята, мне это дали. Вот только дайте мне комби... Стой, подожди, отстань. Не надо. Господи. Он на меня, видимо, надолго обозлился. Ты кто? Подожди, не надо. Я тебя сейчас собью, скотина. Патронов у меня достаточно. Ты где есть? И этот там что-то... Это вот эта тварина, что ли, в меня бахала? Да нет, вроде. Их тут два, что ли, вертолета? Не трогай меня, пожалуйста. Этот там что-то тоже обосрался на стрела. Что тебе тут обсираться? У тебя шлем... Шлем вообще... Молчи. У тебя все нормально с головой, дядь. Тут вообще шлем Артема из метро. Кстати, в метро я тоже играл. В Fallout я тоже играл, так что... В плане постапокалипсиса...
это мне пригодится от радиации. Довольно-таки осведомлен. Вот единственный артефакт, да еще какой-нибудь от радиации, вообще было бы топом. Так, ладно, куда мне топать-то? Зачистить здесь местность от мутантов, спасти стал... Ух, нихрена себе. Это мне на бандитскую шли логово ломиться. Хорошая идея. Прям максимально. Ладно. Я уж подумал, все. Движок навернулся, но он работает. Причем работает великолепно. А что тут бандиты с военными делают? Тут один вояка и тут четыре бандита. Они вообще что ли теперь вместе мирно живут тихо, что ли? Я не пойму. Алло. Тут, кстати, маузер бы пригодился. Или коряк, как его там называют-то? Тут NPC какие-то конченые стали. Слышь, отстань от моего друга. А что он у меня в левом ухе где-то заорал прям совсем близко? Неплохо. Это кто? Ладно, давай, вали всех уродов там. Я пока, как всегда, в трупах покопаюсь. У меня дробовичок. Заряжаем. Все, берем. Две аптечки, ни хрена себе! Все в дом, все в семью. Фонарь хреновый, не нужен он мне. Разбираем, чиним, все, что получается, делаем. Кто-то меня видит, причем очень неплохо видит. Так. Сейчас с элеватора, ребят, постреляем. Наш пока живет. Причем живет так и неплохо. Кто меня-то видит? Это через стены. Алло. О. Мой КПК дает немного информации о тебе. Ванька Шубутной. Думаю, это неплохо. Не понял? Пацаны. Че все на негативе-то? Просто через стены херачат по мне. Вообще наплевать. Хавай патроны, падла. Барыга один на свалке завелся. Кидал я редкостный. Там нашему что ли помощь нужна или кому? Пипец, они стали видеть тебя хорошо. Братик, подожди. Я не знаю, кто там, что там. Я просто стреляю по кустам. Я никого не вижу. Кто-то стреляет по мне, и на радаре виден только наш. Пипец, у них стала дальность. Это не только метки NPC, это... Какие-то мега зрячие NPC. Я в кустах сяду, меня выкосят нахер. О. Помогите. Да подожди ты, дядь, пожалуйста. Да, меня продолжают тут видеть. Подожди, дядь, я тебя умоляю. Меня тут... Обосрался. А тут-то справа, да? Да подожди, помоги, помоги. О, я видел движение на мосту где-то сверху. Где тут еще... Во-о-о! Вспышка справа. Где ты, собака? Понял. Слева в левом ухе где-то барабанило. Так, давайте сначала этого стрелка завалим. Да сдохни. Там наш уже ожил. Давно не пи... Ясно, ненадолго он ожил. Ванька Шубутной убил сталки. А, пипец, тут теперь и это отображается. Надо за это выпить. А, все, успокоился. Да блин. Че по аиму, пацаны? Так, вот у нас сталкерок. Не надо! Сталкерок. Прожил он недолго. Слушайте, а пипец, тут система урона-то переработана. Что у тебя есть полезного? Бинтик у тебя есть. Пистолет какой-то. Кольт. Фига себе, 1911 кольт. Дамаг пипец у него. Хороший денек. Да вообще замечательный. А ну-ка дайте-ка я с этим пистолетиком-то погоняю. Пока что. Повреждение-то у него, смотри, какое. Какое-то вообще незаконное. Кто там кого гасит? Можно пожить-то спокойно. Пипец тут экшоней. Вон еще пистолет, кстати. Кимбер Ворриор какой-то. 7 патронов в магазине. У этого тоже. Какой лучше? Сейчас сравним. Заберем, во-первых, все. Да. Первая помощь. Подожди, у меня зависло все. Первая помощь твоя. Это моему движку нужна первая. Нифига у тебя ствол, слышь. FN, FNC.
Это ж свободовцы такие, с такими гоняют, не? Монолитовцы и прочие. А чё ты за стол? У тебя ранг-то какой? Ветеран! Первая помощь. Там кому-то помощь понадобилась. Блин, кто? А, свои. Слава богу. Мне эти зеленые патроны нахер не нужны. Давай-ка я разряжу. Продам его. Это тоже разряжу, но разберу. Какой пистолет-то круче? Дай-ка сравню. Вот я беру этот. Не понял. С дробовиком теперь сравнивает. Такой же. Вообще такой же получается. По стате. Прям максимально. А чем он отличается? 1.27. 1.19. Да получается этот лучше все равно. Калибр такой же, все такое же. Ладно. Пистолетик пока в допы. Хотя мутанты. С мутантами меситься будем. Где мой дробовик? Господи, обосрался, что его разобрал. Его чинить надо. Так, вот эту хрень разбираем, а все остальное на продажу. Вставляем. Пока есть только две штучки для разбора. Где вторая? Пипец, у него текстурка изменилась, я теперь их не нахожу. Что происходит на кладбище техник? Кто-нибудь знает? Мы потеряли контакт с отрядом. Блин, здесь не заберешься. Забираться придется с другой стороны. Пацаны! Чё, кто такие? Чё они такие... непроработанные, алё. Какие-то низкополигональные эти. Подожди, что? А что за костюм у вас? У вас и заря, и бандитской... Ребят, вы чё такие низкополигональные? Слизень какой-то. Да, ну и видно, что ты слизень. Зеленый весь и какой-то мутный. Вон там какой-то сигнал. Это еще что такое? Ещё раз военный, два военных. Трэш какой-то. Чё этот вертолет сидит, мешается? Во! Тут вояка что же должен был быть, да? Да. Патрончиков понабираем. Мне 9 на 18 патроны не нужны. Я их вроде все продал, все брал. Я не знаю, что я с ними сделал. Ну ладно, сейчас мутантов пойдем уничтожим. О. А это Мосинка как раз таки, о которой я говорил. Кстати, патроны у него неплохие. И у этого довольно много. Кстати, Мосинкой можно поюзать ее немного, на самом-то деле. Пипец, дядя, ты с военного собрал. Давайте что с Мосинкой погоняем, как снайперская пушка. Правда, прицел у нее надо где-то сыскать. Что там бывшая, что ли, поет в душе, я не пойму. Ой. А, господи, опять? Что? Ты в смысле мне провалил задание? Алло! Ты хренел, что ли? У меня задание провалил. Неплохо. Так он живой! Где ты, собака? Я тебя с Мосинки погашу. А, нет! Как был дебилом, так и остался. Теперь я, блин, опять лутаться заново. Зато задание не провалено. Пойдем побыстрее как-то облутаем его. Пошел в жопу своей радиацией. Быстрее давайте с ними разберемся, с ребятами. Это забираем, это забираем и бежим на помощь. Перегруженный! Я не могу бежать на помощь, перегруженный. Разряди. Я пытаюсь как-то просто ближе к этому месту. Блин, патронов меньше гораздо. Обидно. Не знаю, что-то раз выбрасывай, разряжай, что угодно делай, дядь. Я сейчас приду, мужик. Баба, кто бы ты там ни был. Но с Мосинкой мы побегаем. Состояние у него хотя бы похожее. Так, вот это говнище мы все-таки выбросим. Подожди, а где мой пистолет? Подожди, а тот тоже разобрал, что ли? Ну, дебил, а. Ну, конечно, задание провалим. Спасибо, блин. Спасибо большое. Кто вообще был? Там как был челик, так и остался живой. Чё ты мне моросишь? Мне радиация. Сидит тут, моросит мне, блин, что провально, провально. Чё свой пистолет, походу, разобрал. Как я умудрился? Перегруз. 2 килограмма надо выбросить куда-то. 2 килограмма говнища.
Что у меня? Вот мне нафиг второй спальный мешок. Окей, от одного килограмма избавились. Водка вообще в жопу. Галимая. Это что, так водка звякнула? Патроны 9-го калибра. О, все. Так, почему у меня ЖКан заряжен? Потому что я против военных выстреливал. Сейчас... Так, что ты не раз... Во. Она... Так криво у него текстурка. Если ты на низ тыкаешь, она вообще не разряжается. Но знаете что? Прекрасно то, что меня не отвлекает эти... Ой. Эти лаги-баги с движком игры. То есть... Прям идет все плавненько, здорово. Реально, видимо, ребята пофиксили, постарались, кто бы то ни был. Хрюкало! Бам! Ни хрена! А что за дробовик такой? А ты куда-то собирался, чё? Тебя неплохо он сносит-то. Дай-ка я тебя зарежу, гад. Да твою-то мать, ты же даже анимации атаки у тебя не было. У него даже анимации атаки не было, он меня загундурасил. И нахер мне это надо? А, тут дробь. Это, а, это бинт. Да ёперный театр. Потратил бинт, вернул бинт. Логично, логично. Ладно. О, нифига анимация новая. Нифига. Какая анимация классная стала при резне мутантов. Нифига. Респект. Блин, играть одно удовольствие, серьезно. Жрать охота. Сейчас пожрем. Это фонарик, у меня уже использован нормальный фонарик. Да, судя по всему, светит он. Да что опять не так? А, банов насобирал. Два копыта, два мяса. Оно вообще не стоит нисколько. Да и задания мне на него не давали. Пипец, а копыт этот. Своей жадности схватил перегруза. Еще и бандитов буду обыскивать. Ладно, пусть эти идут, куда они бы не шли. Они под мост идут. Эти на АТП. Кстати, они вообще воюют? Ну-ка, подожди. Слизень. Блин, что с таблицей? Я не понимаю. Военные. Ну, судя по всему, враг. Давайте, кстати, посмотрим, чем эта перестрелка закончится. Потому что ребята 100% сейчас друг друга увидят. Эти под мост идут, а эти в этот. КТП. А нажиться еще патрончиками чем-нибудь полезненьким. Я был бы не против. Нифига у меня консерв. Какие-то звуки новые. Звуки стали гораздо приятнее. При нажирании-то. При набивании желудка-то звуки классные стали. Так. Что за слизни? Пацаны, давайте воевать. Вон они, уже почти пришли. Не надо! Я сегодня дозу радиации получать не планировал. Ну-ка. Сейчас они друг друга заметят и начнется. Вон они же идут, ну. Пацаны. Им похер, что ли? Не-не-не, стреляются, стреляются, стреляются. Да не надо. А, им похеру, я понял. Есть. По головке схватил. Не надо, не надо нам... Поддержку с воздуха, пожалуйста. Не надо, я тебя прошу! Не надо! Куда прятаться? Слышь, дебил! Ладно, пусть эти байтятся пока на него. Заклинило, блин. Здорово. Пушки 70% состояния, а ее клинит. Я не пойму, внутри или снаружи? Я по нему даже не попадаю. Где он, блин? Теперь по мне гасит. Пацаны, давайте сближайтесь. Так нечестно. Спецотряд, поддержка, на нас напал сталкер на кордоне. Какой ужас. Вот откуда он бахает? Вы мне скажите, пожалуйста. Я его в упор здесь не вижу. Где... Наконец-то я его нашел. Сколько их тут еще? Еще один. Он раненый или живой? Бинокль. А, круто, блин. Вот это у тебя... А, ребята, орет. И вот этот тварь тупая. Швету сбивать, что ли, тварь? Летучую!
Вон он бегает, да? На тебе по голове, собака. Блин, еще и на этого тратить свои патроны, время, силы и нервы. С этого говна можешь по нему пострелять. Ну-ка, слизни. Что у вас есть? Аптека у них есть. Патроны мне нужны. Так, это нахер. Разбираем. А то этот коленец вдруг решил. С чего? Пусть вертолет нахер отсюда уберется. Все, военных нет. Военные сдохли. Иди к другим военным. Все, давай, лети отсюда, дядя. Меня здесь нет. Слизни такие тупые, они даже по ним не стреляли. Все, все, он сваливает. Отлично. А, это мои бандиты. Вон слизняки. Слушайте, а аптечка-то тут? Позовка 66-я, кстати говоря. По точности даже будет покруче. А чё, чё бы не позовку? Ну-ка, Ребзи, посторонись, это на продажу теперь пойдет. Тозовка, она всегда имбой была. Я думаю, и здесь ее не обделили. Так, что за пистолет? Ее не обделили этой возможностью немного поимбить. Так что сейчас мы в этом и удостоверимся, я надеюсь. Слушайте, аптечек тут, кстати, довольно много дают. Так что я не пропаду. Насчет уровня сложности, да, неплохо. Можно даже на мастера потом как-нибудь выставить. Так, дробовичок. Мы разряжаем и разбираем. Я не знаю, что делать с Мосинкой. Вроде хочется ее оставить, а по сути с калашом справляюсь. Давайте я ее разберу. А патроны оставлю. По сути, что таскать по 10 тысяч пушек с собой, блин. Так, выброс будет. После обеда, завтра. Окей. Еще одна тозовка. Тоже 66-я. Тоже сейчас разберу ее, разряжу. Тоже разберу ее, разряжу. Оп. Патрончики, кстати, для пистолета, который я умудрился великолепнейшим образом разобрать. Так, вот это все дебилы, которые решили не стрелять, да? Так, вот этого обыскал. Они просто решили по нему не бахать. Так, это вояка. По-моему, это бандит. Тут никого больше, слава богу, больше здесь никого нет. Мне еще к бандитам идти сталкера вытаскивать. У меня какое-то непонятное задание провалилось с первой помощью. Ну и нахер оно, значит, мне не сдалось. Подождать не могут. У меня тут, понимаете ли, жопа с ручкой. Причем в прямом, походу, смысле слова. Чернобыльская жопа с ручкой. Они здесь меня устраивают. Помоги мне, помоги. Еще и живой, главное, остался. А проваливай за... Нихера себе! С прицелом коллиматорным! Ой, правда, в говнину изнахраченная. Блин, теперь 4 пушки ремонтировать, точнее 2. Вот эту я пока что оставлю. А вот это... А вот это я буду как-то пытаться... А, у меня же ремонтный набор есть. Почему для брони? С волотами, я же ремнобор себе делал. Где он? Вот этот я залутал. А ремнобор мой где? Мастер. О, какой. А почему, где мой ремнобор, пацаны? Мне в гадюку у бандитов скоммунизить было бы здорово. Стрелять тозовка, вот это вот хрень, и пистолет-пулемет. Это было бы прям круто. Так. Чуть такое, серьезно. Погиб сталкер. Юрий Семецкий. Даже здесь добавили этот мем с извечным Семецким. В шапке Артема бегал из метро. Так, давайте возвращаться, этого потом спасем. Я надеюсь, у него-то не будет провал задания, сохранялочка. Я надеюсь, он подождет, потому что мы на этом будем заканчивать. Потому что это реально какая-то жесть. Блин, коллиматорный прицел, это, конечно, здорово. Но было бы здорово, еще более здорово, к примеру, какой-нибудь ПСОшник на эту штуку. Галил? Зачем мне прицел для Галила? Я не пользуюсь. Ладно, эту штуку мы пока оставляем. Куда-нибудь бросим сюда. Берем... Кстати, вот неплохой АК. Он в неплохом состоянии. Но этот калибр, во-первых, дорогущий. Стой, не надо радиацию. Я не могу двигаться нормально, бегать, прыгать. Ну, кстати, аптечек, насчет аптечек. Они не особо обделяли меня. Плюс тут еще и... Твою-то мать! Вытащи меня отсюда!
Да, выпендривался. Смотрел на карту, блин. И сейчас опять 20 лет топать, да? А, нет. Моя жопа почувствовала опасность и прожала F5 вовремя. Тут вот с болота меня... А что с погодой? Хотел посмотреть два бандита. В принципе, можно уработать было бы. Но с такой реально жестью. Тут везде военные. Ренегатов добавили. Ренегатов добавили. Пацаны. Тут теперь еще есть ренегаты. Это великолепная новость. Да ладно, это из метро же звуки этого, как его, орущего тварыны. Орущий тварыны, или как его там, носач, не носачи. Ну, в общем, вы понимаете, что вот в этой сфере я осведомлен больше, чем многие ребята. То есть Фолыч, метро, сталкач. Все три части. Ну и Фолыч, сколько там, второй Fallout проходил, третий, Нью-Вегас. Привет. Четвертый, который у меня... А хотя нет, я только 76-й вроде не проходил. Это 76-й Fallout, говорят, говнище полное. Я, конечно, не берусь судить, не знаю. Но вот ребята говорят. А чё, волчар, я у него выполнил... А! Одному я зачистил логово, а второму тогда что сделал? Или ничего? А, нет, тут... А метки же вроде две. Сидорович... А, понял, окей, окей, давай так. Пожалуйста, может этот дурачок Алёня Дэнди подождать немножечко? У него вроде 100 хп, 100%, ничего с ним не случилось. Что притащил? Притащил кучу пушек. Так, короче, ты долго еще молчать будешь. Как думаете, внесут за него выкуп? Есть что происходит? Что-то стоящее. Я не собирался молчать. Кстати, дробовичок-то он довольно дорого купил. Да и эту пушку, конечно же. Но у него вроде, это, ни прицелов, ничего, только глушак. Я не хочу без прицелов. Эти патроны, я потом пожалею, что их продал. Они мне понадобятся в самый неожиданный момент. Патроны, видимо, тоже под снос. Этот калибр мне не понадобится. И пошли продавать. Сколько прицел для Галив стоит? Ну, не особо дорого. Но думаю, пойдет. Так, копытца... Нашивки я пока оставляю. Нафиг я вот это себе... О, кстати! Они довольно дорого-то стоят, между прочим. Весит, правда, столько же, сколько стоит. По сотню килограмм. Ну ладно, еще не продал-то. У меня уже 23 тысячи. Может, в следующий раз как раз еще немного повоюем и пойдем по болотам топать. Вот только вот эту штуку надо как-то выкупить. Надо еще немного денег. Денег нужно еще чуток. Ладно, разгрузились. Молодец. По весу. Я тоже так думаю. Мы все молодцы, ребят. Будем. Запомни, пока что. Только от тебя зависит, как к тебе будут относиться потом. Правильно, друзья. Поэтому, если вы ко мне хорошо относитесь, проставляйте лайкосы, будем дальше исследовать жестокий мир зоны отчуждения в новой сборке. Привет, брат. Здорово. Не смешно, совсем не смешно мне сегодня было. Не спи, замерзнешь. Правильно говорит волчара. Так что, друзья... Будем понемногу заканчивать. Спасибо, друзья, всем огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видосы. Надеюсь, вам сегодня поднял настроение. Ну а всем пока и до скорых встреч.